В минувшие субботу и воскресенье Кандалакша принимала участников регионального этапа лыжных гонок на призы газеты «Пионерская правда». На старт вышло без малого 190 подростков из разных уголков Мурманской области. Мончегорска, Кировска, Апатитов, Ревды, Лавозера. Юные спортсмены выступали на дистанциях 3 километра, 1800 метров и 1200 классическим и свободным стилем. В число призеров состязания в своих возрастных группах вошли 3 кандалакшских школьника. Золото в группе юношей в возрасте от 12 до 13 лет взял Дмитрий Соловьев из 10-й школы. Подросток показал лучшее время на дистанции 3 километра. 2 бронзы и 1 золото – таков итог выступления кандалакшских саночников на заключительном этапе Кубка мира по натурбану. В заездах среди женщин на одноместных санях Екатерина Лаврентьева показала 3-й результат. 3-й на финиш пришла и наша сборная в командной гонке. Зато в заездах экипажей двоек равных не было Павлу Поршневу и Ивану Лазареву. Наши земляки поднялись на первую ступень пьедестала почета. В минувшие выходные в Большом зале Дворца спорта прошел городской турнир по борьбе с самбо, посвященный памяти воинов-интернационалистов. Призы предоставило отделение партии «Единая Россия». Спортсмены из Кандалакши, Мончегорска, Кировска и Полярных Зорь боролись за победу, демонстрируя свою технику, способности и, главное, волю к победе. Первые места по итогам выступления завоевали в своих весовых категориях Александра Платицына, Софья Груздева, Варвара Епифановская, Александра Суслова, Александр Вершинин, Александр Федоров, Даниил Семин и Никита Андреев.